Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодня я записывала утром видео по буксу без вложений. Вот жирненький букс Ротате 4А. Скоро вывод. Минимальный вывод от 5 долларов. Значит, на тот момент у меня было 4 доллара 84 цента. Ну, так получилось. Я обещала в конце недели записать видео о выводе. Я набрала минималку 5 долларов и поставила на вывод, друзья. Ну, сколько я сегодня? Значит, это где-то так, 4,84 и 5. Так, это 16 центов. Ну, плюс и счет у меня уже 2 цента есть. И видите, у меня вот эта шкала идет, она по новой. Вот она идет. Она обнулилась как бы. Значит, я нажимаю на доллар. И вот опять у меня выскакивает, что мне нету 5 долларов. И вот мой вывод. Значит, 19.08.19 года 5 долларов на Payeer платежную систему выплачено. Я видела много скринов и о том, что видеообзоры тоже видела, ну, что букс платит. Но как бы все говорили, что вывод длится 24 часа обработка. Это у них регламент. Так. И вывод мне пришел уже. Мне вывод пришел, но минут через 30, наверное. Ну так, на глаз. 30-40 минут. Значит, перейдем на почту. Вот мой вывод. 4.95. Это было 28 минут назад. 19.08. Сумма. Ну, Payeer у нас, как всегда, берет комиссию. Вот комментарий. rotate4au.com. Идем на кошелек. Дата операции 19 августа 2019. Перевод выполнен. 4.95 и комментарий rotate4au.com. Все замечательно, друзья. Букс платит. Я в этом, конечно же, не сомневалась, потому что, ну, очень. Вот все зарубежные буксы, друзья, пискрит, все рекламят этот букс. Вот. А вот у меня уже 3 цента. Значит, что я вам показывала, как себе здесь на серфинге работать. Здесь тоже, друзья, есть лимит на сбор. Как бы сейчас я вам покажу. Значит, смотрите, вот это окошечко и вот эта вот зеленая шкала. Вот когда она дойдет, вот до конца будет 100%. Все, лимит на сегодня уже закончен. Понимаете, вот у меня сколько тут? 70% я набрала. Вот. И уловим этого человечка. Ну, я вот сижу на этом буксе, я параллельно на буксах сижу и на браузере Google, и на браузере Яндекс у меня тоже буксы. И, друзья, ну, 16 центов, это вообще, это шикарнейший букс, щедрый. Ну, вот скажите мне, какой букс? У меня есть букс, я на нем тоже сижу, работаю каждый день за 1 цент. Вы представляете, 1 цент, здесь 16. Разницу чуете, да? Значит, что еще? А вот мои клики. Вот сегодня серфинга 880 кликов у меня. Нет, 17 центов. Ну, согласитесь, неплохо. Нет. И здесь без приглашений, без рефералов. Я работала одна, у меня все партнеры, они не активны. Ну, да, еще хочу вот такую маленькую ремарочку заметить, что если будем, конечно, мы лодерничать, здесь, конечно, мы не заработаем. Я начинала работать, и я потом немножечко его забросила. Как-то это все... Потом я опять вернулась, начала искать как бы стратегию, чтобы сидеть, потому что букс нормально, ну, реально хороший, чтобы побольше хочется. Ну вот, выработала я свою стратегию, чтобы мне как бы удобно было, и все замечательно. Я вот
когда я вернулась, у меня было 2 доллара на балансе с копейком. И вот этих я 3 доллара, я за сколько тут? Ну, недели за 2, может, ну, за 2 с хвостиком. Вот, набрала. Все замечательно, бокс платит. Всем удачи, друзья, больших заработков. Кому интересно, пользуйтесь. Где реферальную ссылочку брать, я показывала в предыдущем видео. Посмотрите. До новых встреч!